Шаббат шалом. Мы можем сказать друг другу, что сегодня праздник у нас. И есть хорошая новость, что если что-то началось, оно должно закончиться. Но любовь Божья, ласка и милость, она всегда будет, и она не закончится. И поэтому будем благодарить Бога. Сила, Пан заступ есть с нами.
твердо, высоко есть там наш Бог. Села, села, села. Шаббат шалом. Шаббат шалом. В этот необычный вечер я хотел бы поприветствовать вас всех, тех, кто все с нами, благодаря онлайн-трансмиссии. Практически уже несколько лет у меня есть такая привилегия, чтобы быть на этом событии, на этом шаббате, а также на шаббатах, которые происходят в Одессе. И очень жаль, но в прошлом году мы не могли присутствовать, но мы с вами сердцем, духом,
всем, что есть в нас, вместе с вами, чтобы вместе прославить нашего Бога, нашего Мессию Иисуса Христа. Хотел бы поприветствовать моего мессианского пастора, Валентина Швентко вместе с его женой. Это мои мессианские раввины с Украины. Я хотел бы передать привет также церковь в Черновцах. Мы очень рады, что вы есть, любим вас. Хотим передать привет церкви с Хмельницкого, нашим другом Романом Швентким. Хотим передать привет церкви в Черноморске. Мы помним о вас в наших молитвах, а также моего украинского пастора з Мелітополя, з Мелітополя. Почтара з Аждоду. Тішимося, що хоча ж так. І ми дуже раді, що хоча б таким образом ми можемо бути вместе з вами, прославляти Бога і наслаждатися цим присутствием. І я надіюсь, що есть такая пословица, что сегодня я здесь, а за год уже в Иерусалиме. И скажу вам искренне, что я хотел бы в Одессе быть через год. И хотел бы с вами поделиться на тему прославления, что Бог призвал нас на эту землю, чтобы мы чтили Его и восхваляли Его. А прославление — это реакция сердца и мыслей на Божье присутствие, на то, кем Он есть, и каким он есть, и что он делает. Это называется истинным прославлением. Это его определение. То есть наша реакция, наше отношение сердца, какой Бог, что он делает. Несколько мыслей о прославлении. Очень коротко. Послушайте, три главных мысли. Истинное прославление — это не ритуал, это отношение. Второе — это то, что истинное прославление — это что послушание Богу меняет нас на подобие Бога. И третье — это то, что прославление изменяет нашу жизнь и помогает нам влиять на других. Давайте начнем от первого утверждения, которое звучит так, что истинное прославление — это отношение с Богом, а не ритуал. Во-первых, это сообщество с Богом. Библия учит нас, что очень просто быть религиозным, и намного труднее позаботиться об отношениях. Очень просто делать вид, но оно не помогает найти суть. Очень просто быть поверхностным, но очень трудно позаботиться о глубине. Ты можешь выглядеть как христианин, но твое сердце, оно может совсем не быть возле Божьего сердца. И это страшно. Помните, что случилось с Израилем и фарисеем во времена Иисуса? И это самое может случиться и с нами. И когда мы говорим о прославлении, мы должны спросить этот вопрос. Где твое сердце? Где Бог в твоей жизни? И Бог говорил пророку Исаии такие известные слова. «Этот народ приближается ко мне устами, чтит меня губами, но сердца их далеки от меня, и их поклонение мне — лишь заученное человеческое предписание». Можно поэтому сказать, что можно иметь все внешние формы, но сердце может быть далеко от Бога. Можно жить во грехе и одновременно быть религиозным. В приповестях Соломона мы также читаем, что все пути человека перед глазами его прямы, но Господь испытывает сердца. Чего ожидают от нас люди? Бог прежде всего ищет соответственной жизни. Бог ищет праведного сердца, а не формы. Он ищет отношений, а не ритуалов. И как это очень пересекается словами Иисуса в Матфея 23:3, то, что вы отдаете десятины, но забываете о самом главном, о милосердии и вере.
Поэтому первое, что я вам хочу сказать, что истинное прославление — это отношение с Богом, а не ритуалы. Истинное прославление, оно выражается в послушании Богу, и оно приближает нас к Богу. Бог говорит, что самое лучшее прославление — это что-то больше, чем приношение жертв, и прежде всего это мы должны делать то, что Он нам говорит. Самым лучшим прославлением, которое мы можем принести в жертву Богу, это жизнь в послушании Его Слову. Мы почитаем Бога, когда исполняем Его волю, когда мы Ему послушны. Это правдивое прославление. Когда-то пророк Саул спросил короля Саула: «Разве все сожжения и жертвы столь же приятны Господу, сколь послушание голосу Господа?» Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше жира баранов. Это написано в Первом Царстве 15:22. В истинном прославлении может истекать, правдивое прославление может истекать только с послушного сердца. Это не только приношение жертв, это жизнь. Я знаю, что это совсем не просто принять. Это очень трудно, потому что много с нас думает о прославлении как о событии. У нас есть такая тенденция, чтобы делить нашу жизнь на разные сферы. На церковную, на личную, семейную, а также общественную, корпорационную или еще какие-то другие. А потом, когда мы приходим на собрание церкви и говорим, что это прославление, то есть событие, в котором мы и в этом событии мы стараемся вести себя как можно лучше. Но прославление — это что-то большее. Наш Мессия сказал самаритянке возле колодца, что оно не имеет ничего общего с местом, только с личностью Бога. Только с личностью нашего Мессии. Поэтому если прославление — это реакция, а также отношение сердца и наших мыслей на Божье присутствие, на то, каким Он есть, что Он хочет, чтобы мы сделали, то это должно иметь каждый день, в каждом моменте и в каждом моменте нашей жизни. И когда мы снова и снова проявляем послушание Богу, исполняем Его волю, а Его имя чтится нашими словами и поведением, то мы Его прославляем. Чтите ли вы Бога каждый день? Мы не говорим о песнях, но мы говорим о наших мыслях, словах и нашем поведении. Истинное прославление — это отношение с Богом, а не ритуалы. Истинное прославление, оно выражается в послушании. И по-третье, истинное прославление, оно меняет нашу жизнь. И эта жизнь, она начинает влиять на других. Христианская вера, она не является выдуманной и также не является индивидуальной. В христианстве речь не идет только обо мне и Боге и ничем другим. Например, Израиль был благословен, чтобы стать благословенством для других народов. Божье благословение, оно не является целью самим в себе. Это свидетельство для погибшего мира. Оно изменяет жизнь. Вопрос: чего Бог от нас ожидает? Чего именно? Это именно то, что Он ожидал от Израиля, чтобы вера Израиля изменяла их сообщество и влияла на жизнь язычников. Как-то я читал такую историю о двух братьях, и младший из них, он был незрячим, и он все время сидел в своей комнате. И однажды он сказал своему брату: «Я хотел бы увидеть солнце». Но он был в такой комнате, что она была очень темна. И его брат сбежал вниз и взял кусочек зеркала, стал под лучами солнца и начал направлять их в комнату. И однажды его спросили: «Что ты делаешь?» Он отвечает: «Мой брат незрячий, и это единственная возможность дать ему этот свет. Я должен отражать его».
Дорогие, для многих из вас единственным цветом является... Мы должны отражать этот цвет, потому что мы очень близко с Богом. И поэтому Иисус сказал, что пусть свет ваш светит так людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего Небесного Отца. То есть мы должны оставаться в свете, поддерживать отношения с Иисусом. Речь идет об отношениях, а не о религии. Давайте будем послушны. Внешние формы, они ничего не значат, если наше сердце, оно не жаждет Бога. Давайте еще раз. Во-первых, истинное прославление – это отношение с Богом, а не ритуалы. Во-вторых, искреннее прославление, оно выражается в нашем послушании Богу, который меняет нас на Его подобие. В-третьих, истинное прославление, оно меняет нашу жизнь, и мы тогда влияем на других. И поэтому пророк Михей говорит, что Бог ожидает от тебя, человек, трех вещей. Первое, чтобы ты исполнял право, послушание. Во-вторых, проявлял милость родным, то есть влиял на других. И во-третьих, в смирении общался со своим Богом, отношения с Богом. А все это для того, чтобы люди, видя ваши добрые дела, восхвалили Отца вашего Небесного. Такого мы отражаем Иисуса. Давайте будем влиять на других и нести этот свет. Господь, учи нас своим Святым Духом и веди нас.
Я витам каждого. Ну, а я приветствую вас всех, кто присоединился к нам в этот пятничный вечер. И я очень-очень благодарна Богу за каждого с вас, за то, что Бог, Он среди нас. Я очень благодарю Бога, что Он заботится о нас и за то, что это не изменится, независимо от того, что будет делаться в мире и также с этим миром. И согласно еврейской традиции, во время шаббата мы молимся очень чудесной молитвой благодарения, которой я хотел бы сейчас с вами помолиться. Я сделаю это в трех языках. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, который позволил нам дожить аж до этого момента, давший нам жизнь, поддерживавший ее в нас и давший нам дожить до этого времени. Он позволил нам дожить, Он позволил нам дожить и дойти до этого момента. Поэтому будем Ему благодарны за это. Согласно еврейским традициям, что вере, что первым грехом, который допустил Адам, это было совсем не послушание, только не благодарность. Адам и Ева, они не концентрировались на тем, что они уже имели от Бога,
хотя они имели очень много, но сконцентрировались на одном маленьком элементе, который Бог запретил касаться. Они не были благодарны за то, что они уже имели, и это дало место сомнениям и также неверию по отношению к Богу. Можно много сказать на эту тему, но благодарный человек — это человек радостный, спокойный, счастливый. Только после событий в Эдемском саду нам очень трудно вернуться в это состояние радости и покоя. Тяжело. Когда мы изучаем Божье Слово, мы можем заметить, что тема благодарности, она очень часто упоминается в двух плоскостях. Первая, она касается отношений между человеком и Богом, а вторая касается отношений между людьми. И давайте присмотримся обеим из них. Израиль имел возможность пребывать в присутствии Бога и приносить Ему жертвы. И жертвы они отличали в зависимости от ситуации и времени. Только приношение жертвы человека, оно не равняется тому, что Бог автоматически ее примет. Поэтому иногда нам кажется, что Бог ждет, пока мы не бросим ему что-то в так называемую копилочку, и тогда мы думаем, что мы можем им манипулировать. И с того момента мы думаем, что можем поступать, как мы хотим, и что Бог будет нам должен. И вы знаете, мои дорогие, здесь речь не идет о материальные вещи. Иногда мы так думаем о молитве, посте, либо служении. Нам кажется, что после того, как мы принесли жертву, что Бог нам что-то должен. Но, вы знаете, Бог ни в чем не нуждается. И Он не разбогатеет, если мы что-то дадим, если мы дадим десятину. Вся земля принадлежит Ему, а Он, уж поверьте, совсем не голодный. Если мы молимся, либо читаем Библию, то только для того, чтобы мы, как люди, могли понять Его и улучшить с Ним отношения, наши отношения. Если мы служим, то есть только наш ответ на то, что Он уже сделал в нашей жизни. Если мы что-то даем на пожертвование во время собрания, то мы это делаем для того, что мы хотим, чтобы наша церковь, она развивалась, и чтобы другие люди, они услышали Евангелие. Мы не можем манипулировать Богом, используя десятину, либо наши дары. Это просто невозможно. Чтобы служить Богу и людям, мы должны мотивироваться благодарностью, а не искать чего-то для себя. Ну, приведу пример с такого, например, с семейной жизни. Представьте себе отца и ребенка, обычного мужчину и его дочь, либо сына. Вечером после работы отец возвращается домой и приносит своим детям большую-большую шоколадку. Конечно, ребенок очень рад. Ребенок открывает шоколадку и хочет уже ее съесть. Но отец просит его, чтобы ребенок разделил эту шоколадку и один из десяти кусочков, чтобы ребенок дал ему. И сейчас так. Я видел ситуации, когда дети с полного сердца отдавали отцу все, что имели в руках, потому что их любовь, она была велика, и они доверяли отцу, что он хороший и что он не оставит их без сладкого. Я также видел ситуации, когда дети внимательно делили каждый кусочек, и они давали только один из десяти. Только один из десяти. О том, что оставалось, они говорили: «Это мое, ты не имеешь к этому права. Совсем не имеешь. Это мое». И в давании не было даже тени благодарности. Был только страх, эгоизм и свое собственное понимание справедливости. И знаете, когда я думала о таких ситуациях и о таких отцах и матерях, которые всю душу, всю себя отдают своим детям, а взамен получают
не получаю даже благодарности, то вы знаете, мне страшно за их старость. Написано, почитай отца и мать. И эта заповедь, она должна быть мотивирована благодарностью. Родители сделали для тебя что-то великое, и будь им за это благодарны. И то же самое с Богом, с нашим Отцом, который о нас заботится. Бог отдал Иисуса для нашего искупления и избавил нас от смерти. Это большой дар и благословение. Сейчас у нас есть возможность за это благодарить. Только мы должны иметь, делать это с чистым сердцем и искренней мотивацией, которая истекает с милости к Нему, с любви к Нему. Если наша мотивация она будет несоответствующая, то все, что мы делаем, оно может остаться без плода. Поэтому в книге Левит Бог учит Моисея, каким образом нужно приносить жертвы. Особенно интересуют нас жертвы благодарения. И в Библии это написано так. Когда вы будете приносить Господу жертву примирения, приносите ее так, чтобы она была приятна вам и во благо. То есть, чтобы она приятно было вам во благо. То существует условие, которое обязательно должен был исполнить Израиль, чтобы каждая жертва была принята. То самое касается жертвы благодарения. Она должна быть принесена в конкретном месте некоторыми людьми и согласно уже данных Богом правил. И в 7 главе написано описание того, как должен выглядеть такой дар и что нужно сделать. Благодарность Богу можно было выразить в святыне не только за помощью материальных благ, но левиты, они восхваляли Бога утром и вечером и благодарили Его за свою судьбу и избрание. И написано так, они должны были каждое утро благодарить и славить Господа, делать то же самое вечером. Это значит, что все время Израиль благодарил Бога за то, что Он для них сделал, как с помощью материальных даров, так и словами благодарности. Так было во время примирения Моисея, когда еще стояла святыня. Поменялось ли что-то в Новом Завете, когда сейчас у нас Новый Завет, а святыня, она уже разрушена? Новый Завет, он появился в старозаветной среде. Это значит, что полностью естественным для апостолов было благодарение и прославление Бога. Но сейчас в центре прославления находится Иисус, истинный Мессия. И независимо от того, что святыня уже была разрушена, то это правило благодарения, оно остается таким же самым. И Петр пишет так, «Пусть из вас самих, как из живых камней, строится духовный дом, чтобы вам быть святым священством и приносить через Иисуса Христа духовные жертвы, приятные Богу». Мы, верующие, мы камни для Божьего дома, в котором мы можем складывать разные духовные дары, жертвы. Автор листа к евреям, он расширяет эту мысль и говорит о добрых делах и милосердии. Он говорит, «Будем через Иисуса Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, исходящую из уст, которые исповедуют Его имя. Не забывайте делать добро и делиться с тем, кто в нужде. Такие жертвы приятны Богу». Написано в Евреях 13 раздел. И поэтому благодарение Богу за то, что Он для нас сделал, было и есть частью нашего служения и жизни. Вот эта жертва благодарения, которую приносил Израиль в Старом Завете, от войны, покоя и радости. Другими словами, всегда был повод, чтобы благодарить Бога за Его любовь и помощь, за Его милость к нам.
Та же самая идея находится в Новом Завете, в листе к Фессалоникийцам. Не все переводы показывают это очень четко, но я прочитаю вам то, которое очень хорошо это отражает. И это турунский перевод в польском языке. «При любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому что именно в этом состоит воля Божья в Иисусе Христе для вас». То есть «за все благодарите». Это значит, что всегда мы должны иметь сердце, которое приготовлено для того, чтобы благодарить Бога, и сердце благодарное. Не только тогда, когда все получается у нас, но во всякое время, особенно сейчас, когда в мире совсем непросто. Мы живем в стрессе по причине пандемии, и много людей, они нарекают из-за этого. И я вполне это их понимаю. И я сочувствую этим людям, которые впали в трудную ситуацию. Но мы, как верующие Богу, мы должны чуть-чуть другой способ понимать то, что происходит вокруг нас. Святое Писание, оно поощряет нас наблюдать то, что Отец уже сделал, и напоминать того, как Он действовал в прошлом, в нашей жизни и в жизни героев с Библии. Это поможет нам понять, что Бог, Он ведет нас в ту ситуацию, и что Он нас никогда не оставит, Он будет с нами. Это поможет нам понять, кем есть Бог, и какое Он имеет сердце, и как Он смотрит на этот мир и на нас. А смотрит он на мир следующим образом, как написано в Луке 6:35. «Ведь он сам добрый, и даже неблагодарным, даже к неблагодарным и злым». Бог, он добрый для неблагодарных и для злых, для обоих. Даже если человек никогда не скажет ничего хорошего в сторону Бога, Бог остается добрым. Даже если человек всегда будет говорить только плохие вещи по отношению к Богу, он есть добрый. Это не значит, что Бог игнорирует грех. Абсолютно. Каждый человек получит то, что должен получить. Это значит, что Бог любит нас по-особенному, и Его милость, она велика. Но если мы говорим о Его детях, мы говорим о верующих людях, которые с Ним в примирении, то ситуация становится еще более особенной. Его ангелы, Его правая рука и мощь, они держат нас. Даже если у нас трудные времена, и нам кажется, что у нас нет сил, Он с нами. Он остается с нами. Король Давид, наблюдая свою жизнь и свой опыт, он говорит так. Прочитаю вам псалом. «Лучше малое, что у праведного, чем богатство многих нечестивых. Так как сила нечестивых будет сломлена, а праведных укрепит Господь. Дни непорочных известны Господу, и наследие их устоит вовеки. Не постыдятся они во время беды, и в голодные дни будут сыты». И также дальше он пишет: «Господь утверждает шаги человека, когда его путь угоден ему. Если споткнется он, то не упадет. Господь за руку его поддержит. Был молодой и стал старым, но я не видел, чтобы он просил, был с протянутой рукой. Так действовал Бог когда-то, и так делает Бог сейчас. Он не меняется, и Его милость дальше с нами. И здесь речь не о том, что мы никогда не будем испытывать голод. Речь идет о том, что Бог нас никогда не оставит. А это огромнейшая причина к благодарению. Дорогие, да, у нас сейчас тяжелое время, и я это понимаю. Но мы не должны быть среди испуганных людей. Мы должны быть среди благодарных людей.
Мы должны благодарить Богу за то, что мы имеем, и работать своими руками, чтобы иметь больше и помогать другим. Я верю, что Бог именно этого и ожидает от нас, и Он нам в этом поможет. И мы можем сейчас в своих домах вместе сказать «Аминь» и «Аминь». Аминь. Аминь. Еще одна такая ниточка, которую я хотел бы сегодня дернуть. Речь идет об благодарности между людьми. Исследуя Божье Слово какое-то время назад, я наткнулся на что-то очень странное, что стало для меня в некотором смысле откровением. Когда я читаю о том, что мы должны помогать другим людям, то я узнал, что, делая добро, мы не должны ожидать, что люди будут нас благодарить. Сейчас я вам объясню, что это значит. Если вы хотите проверить, делая что-то хорошее для людей, имеете ли вы чистое сердце, задайте себе следующий вопрос. Сделал ли бы я то же самое, если бы никто мне за это не поблагодарил? Сделал ли бы я что-то, если бы меня за это не поблагодарили? Я знаю, что это сложный вопрос, потому что оно касается нашей внутренней мотивации. Согласно еврейской традиции, есть несколько уровней помощи людям. И за самый высший считается тот, где один человек помогает второму человеку. Только никто из них не знает, кто кому помогает и от кого ожидается помощь. И в такой ситуации Бог только есть восхвален, а мы в никаким другим способом не можем манипулировать другим человеком. И также я читал интервью с разными людьми, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Они названы «справедливые среди народов мира». И много из них никогда не хвалилось тем, что они сделали. Да, они рисковали жизнями, своей жизнью, семьи, своих друзей. Они просто делали, как им подсказывала совесть, и как их подсказывал их внутренний компас. После войны многие из них просто жило дальше. Евреи, которых они прятали, иногда даже не имели возможности поблагодарить за свое спасение. Я помню, что один из этих справедливых, он рассказывал историю о своей подруге, которая попала к нацистам, и этому человеку предложили возможность выкупить ее, и ценой было килограмм золота. Но также в эту цену еще входили еще около 200 евреев, которые тоже попали в тюрьму. Интересовала его только одна женщина. Скажем так, сегодня килограмм золота — это не совсем большие деньги, но во время войны это было просто огромнейшее состояние. И он, чтобы все это где-то получить, он имел только один день на это, чтобы найти один килограмм золота. И тем не менее, он его нашел. Немцы ему не соврали и привезли ему в договоренное время машиной всех этих людей. Когда этот человек отдал золото, и двери с машины открылись, то все евреи, они попросту выбегли и убежали. Это было ночью. Они не знали, кем был человек, который заплатил так огромную цену за их свободу. Он также не знал, кого он искупил из этой тюрьмы. Когда журналист спрашивал этих справедливых среди народов мира, жалеют ли они, что так сделали, они только улыбались и отвечали, что они не могли поступить по-другому. И, собственно, в этом дело. Когда я читал эту историю, я исследовал свое сердце и понимал, что я еще должен работать над своим сердцем. Я попросту должен усовершенствовать свое сердце. Также я понимал, что если
мы ожидаем благодарности за добро, которое мы делаем другим людям, то должна нас в этом всем мотивировать жертвенная любовь к ним. Если мы... Иногда мы хотим, чтобы люди думали, что мы такие духовные и искренние. Нам кажется, что они смотрят нас снизу и восхищаются нами. Возможно, это та награда, которую мы хотим получить. Бывает, что мы хотим заплаты. Но в таком случае это уже не искренняя помощь. Это просто умова купли-продажи. Дорогие, Писание учит нас, что мы должны делать добро, как наш Отец в небе. И так написано в Луки 6 раздел. «Если вы любите тех, кто любит вас, в чем ваша заслуга? Ведь даже грешники любят тех, кто их любит. Если вы делаете добро тем, кто делает добро вам, то в чем ваша заслуга? Ведь даже грешники делают то же. А если вы даете в долг только тем, от кого надеетесь получить обратно, то в чем ваша заслуга? Ведь даже грешники дают в долг грешникам, ожидая получить назад столько же. Но вы любите ваших врагов, делайте им добро и давайте в долг, не ожидая возврата. Тогда ваша награда будет велика, и вы будете сыновьями Всевышнего, ведь Он будет сам добр к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец. Библия поощряет нас к благодарности Богу и людям. Мы должны быть известны тем, как те, кто всегда благодарят за всякую помощь, даже маленькую. Давайте будем иметь открытые сердца. Давайте учиться делать добро и помогать другим даже тогда, когда другие даже нас не поблагодарят. Если люди нас поблагодарят, хорошо, мы молодцы, приятно. Не ожидали этого. Это приятно. Но я сделал это, потому что я хочу делать так, как делает мой Отец в небесах. То же самое происходит с благодарностью во время пандемии. Бог нас не оставляет, и Он поможет нам пройти это трудное время. Каким образом Он это сделает? Как, спрашивают меня люди. Вы знаете, у меня есть ответ на это. Я не знаю. Я не знаю, как Он это сделает, но я знаю, что у Него много способов. С нашей стороны, мы должны иметь открытые сердца на то, чтобы благодарить Его за все, что в нашей жизни. Мы должны иметь открытые сердца, чтобы быть благодарными каждому человеку, который помогает нам и нас поддерживает. Мы должны учиться делать добро даже тогда, когда другие этого не заметят. Поэтому я поощряю вас еще раз подумывать об этом. Я знаю, что это совсем непросто начать так жить, но я знаю, что это может быть нашей целью. И я уверен, что мы можем этому научиться. И сейчас, когда тяжело, когда есть работа, нет работы, так или иначе, давайте мы посмотрим вокруг себя и поблагодарим Бога за то, что у нас есть. Дорогой Господь, я живу, спасибо Тебе. Я здоровый, спасибо. Спасибо, что могу восхвалять Тебя. И сейчас я хочу всех вас пригласить к молитве. Молитве благодарения. Молитвы прославления, молитва, которая восхвалит нашего Господа, принесет Ему хвалу. И пусть это будет здесь и сейчас, в нашем сердце, в нашем доме, в нашей жизни. Благословим вас, благословляем вас. И мы рады, что вы были сегодня с нами. Пусть вас Бог благословит.
Kochani, mamy teraz taki cudowny czas. Дорогие, Батю сейчас у нас такое удивительное время. Во время наших шабатовых встреч мы хотим молиться о наши мессианские общины. И я хотела бы прежде всего поделиться тем, что есть в моем сердце, и то, что Бог мне постоянно напоминает. Я верю, что Дух Святой сегодня хочет нам говорить именно этой идеей. Послушайте. Это написано в Коринфян, в письме Коринфян. Бог в Иисусе соединил нас с собой и злетил нам службу поеднания. И дал нам служение примирения, так как в Иисусе Христе Он соединил мир с собой, не вменяя Богу их грехов, а нам доверил Евангелию. И поэтому мы посланы в имя Его. Сам Бог, Он поощряет нас. Во имя Иисуса Христа просим, примиритесь с Богом. Разве это не удивительная мысль? Я верю, что Бог, который соединил нас и сотворил нас, Он любит нас. У нас разные таланты, разные дары. Бог может нас по-разному использовать. Но одновременно, независимо от того, какие у нас дары, мы все, все, у нас всех одно и то же призвание. Наше призвание — нести людям Евангелие, примирение в Иисусе Христе и примирение между нами, людьми. Разве это не удивительно? Хотим сегодня об этом молиться, чтобы вот это служение примирения, оно происходило благодаря нам, через нашу церковь, через нашу общину, через каждого из нас, на наших рабочих местах, в наших домах, в наших семьях, там, где мы живем, в нашей стране и в каждой любой другой стране. Нех развивается Евангелие, нех люди примиряются с Богом. Бог нам это доверил. Давайте помолимся. Наш великий Боже, великий Бог, той раздартой души света, этот мир, он имеет разорванную душу, но Ты своим Сыном, Иешуа, Боже, приносишь połączenie. Боже, Ты приносишь соединение tego, и примирение. Żadna ręka ludzka nie jest w stanie это то, połączyć. Что никакой другой to человек łączysz. Не может сделать. Это Ты нас соединяешь. Tych, Żydami, тех, Żydami, которые евреи и не евреи. To ты, ты нас соединяешь в Иисусе. Że możemy teraz это Ты w nowy sposób, сделал так, что мы можем по-новому, jako będący jedno как в Твоим как одно в Твоем Духе, Твою хвалу, провозглашать Твою хвалу. И сегодня мы стоим на этом месте Ci, и благодарим Тебя, что Евангелие мира и примирения уже на протяжении 2000 лет проповедуется, и что Ты решил умножить мессианские общины. И Ты делаешь это в Польше, и в Украине, и в других странах. И Господь, сегодня у нас есть смелость доверять Тебе. Мы направляемые послушанием к Тебе. Мы благословляем эти сообщества в Польше и на Украине. Наших też przyjaciół, наших удивительных друзей, с которыми связана наша община в Одессе. И, Боже, и в innych wspólnotach, а также в других народах, общинах.
Боже, молимся Тебе. Мы молимся, Господь, чтобы это служение примирения, оно было в нас, чтобы оно изливалось в силе на каждом месте к Твоей хвале. Господь, мы молимся, когда мы молимся, наше сердце очень жаждет. И наше сердце, оно направляется в сторону Иерусалима. И мы благословляем Иерусалим. Благословляем израильский народ. Молимся, чтобы Ты пришел и явился в их сердцах. Бо Ты есть Тот, Который любит нас, и Ты дал нам обещание. И Твои дары и призвания, они уже... Их уже не отменить. И, Panie, dzisiaj przychodzimy и Господь, сегодня мы приходим и благословляем сынов Израиля. И благодарим Тебя за них. И Боже, любим się, их. Aby, и молимся, całe чтобы все эти сообщества, Церковь Иисуса Христа, чтобы мы были носителями Твоей хвалы. Ты, Ojcze, потому что Ты наш Христусе, Отец. Jezusie, и Ты Świętym, в Иисусе Христе и в Святом Духе. Ten wieczny ты taniec miłości, aby w tej делаешь этот танец любви. И эта любовь, она плывет из Тебя. То, молимся, чтобы она изливалась также из нас. Благословляю Тебя, Господь, и приношу сегодня, и благословляю Израиль, благословляю всех верующих в Иешуа, тех, кто с евреев и неевреев, во имя Иисуса Христа. Аминь. Сделай, Господь, в наших сердцах, в нашем народе такое примирение для всех. И делай в наших сердцах, Господь, это примирение, как в Израиле, чтобы мы, как народ, чтобы весь народ, чтобы мы были людьми, которые благословляют Израиль, и чтобы каждый другой народ, чтобы они благословляли Израиль. Пусть Твой Святой Дух наполнит нас. Пусть Он действует. Любимые, этот современный мир, он настолько разный, настолько иногда сложный, и мы так нуждаемся в Божьем Царстве, так нуждаемся в справедливости, так нуждаемся в покое, так нуждаемся в радости, которая является Конституцией Божьего Царства. Мы так это всего так нуждается этот мир. Он нуждается в правде, нуждается в жизни, которым есть Иешуа Мессия. Мир так бардзо нуждается в этой жизни. Так бардзо потребуемы. И мы также нуждаемся, чтобы знать корни, знать источники христианства, чтобы Божье Царство, оно распространялось здесь и сейчас. Дорогие, мы хотели бы пригласить вас также к тому, чтобы вы могли использоваться этим. У меня большая привилегия быть директором Мессианского института, и хотел бы вас пригласить, чтобы вы приняли это призыв, чтобы у вас появилось желание участвовать в наших программах. Это наш институт. И мы работаем с одной церковью с США.
И можем реализовать также великие, работаем великие с церковью с Одессы. С долгу, и у нас есть большой план, который истекает из того долга, скажем так, который у нас есть. Служит хвале Христуса, и этот долг, он служит хвале Иисуса, чтобы все без исключения могли испытать пережить Бога. Поэтому мы вас приглашаем на это обучение. Больше информации вы найдете на высшей теологической школе. Поэтому мы приглашаем вас посмотреть эту информацию. Будет нам необычайно приятно, если вы к нам присоединитесь. Але также онлайн. Что вы будете следить нас онлайн. И наверняка Олег и Аня, они уделят вам любую информацию. Можете задать им абсолютно любой вопрос. И они вам ответят. А мы ждем вас в нашем мессианском институте. Всего вам хорошего. Желаем вам хорошего времени. С Богом. Шаббат шалом. Мы можем сказать друг другу, что сегодня праздник у нас. И есть хорошая новость, что если что-то началось, оно должно закончиться. Но любовь Божья, ласка и милость, она всегда будет, и она не закончится. И поэтому будем благодарить Бога. Кохані, шабат шалом. Можемо собі навзаєм. Шабат шалом. Ми продолжая наш марафон молитвенный и хвалебный, я очень благодарен Бог за то, что Он делает свою работу в нас. Вот у нас уже приходят просьбы, прошения о молитве. И здесь Ирина Канеева говорит: «Шаббат шалом, прошу молиться об исцелении души и тела». Виталий Фоменко просит помолиться об исцелении мамы, сверхъестественное восстановление. Позвоночник у нее болит, и также исцеление желудка. У нас есть просьба от Пуговкиной. Прошу помолиться за исцеление моих стоп. Ишуа, мы благодарны тебе за это. Конечно же, у нас очень много просьб. Олег Шипанский просит помолиться за восстановление здоровья своей жены. Это очень-очень важно. Наталья Ивановна молится за исцеление ног, просит за исцеление ног молиться. Наталья Гранковская просит помолиться, чтобы мы именно прошли эти вот все ситуации. Лиза Пимантьева, чтобы дети вернулись к Господу. Такие просьбы, конечно же, они очень важны. И также от Лоры Шермастова прошу за исцеление родных. Господи, мы благодарны за эти вот просьбы, эти нужды, которые пишут люди в прямом эфире. Мы благодарны, Господь, что Ты делаешь эту работу прямо сейчас. Исцеление. Мы просим за исцеление Виталика Фоменко, мамы, во имя Иешуа, восстановление позвоночника, во имя Иешуа, чтобы она могла перемещаться, ходить, она могла просто жить, наслаждение, Господь, и в Божьем исцеление желудка. Я прошу Тебя, Господь, Ты святый, Израилев, милостью полной, Господь, и просим, благослови сейчас. Мы просим о просьбе у нас Алены Пуговкиной, чтобы исцеление пришло для ее ног. Господи, во имя Иешуа, просто исцеление ног. Боже, я прошу это во имя Господа Иешуа Мессии. Мы видим дальше еще и просьбы, исцеления. Друзья, эти нужды, они всегда актуальны перед Богом. Они как свидетельство того, что только Бог сильный может исцелить. И наша просьба только к Нему. Мы очень благодарны за наши прямые эфиры. Мы благодарны за этот марафон, такой молитвенный ретрит, где мы говорим о том, что наше оружие – это хвала, а в единстве – это поклонение. Я благодарен Богу, потому что Луки, 7 глава, 40 стих –
Иешуа обращается к Симону, говорит: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Мы должны быть внимательны. Мы должны быть внимательны, когда Бог говорит. И Иешуа говорит: «Я сегодня имею что вам сказать». Сказать о том, чтобы вы слышали. Многие из нас выросли в обществе, когда нас просят что-то, мы не всегда реагируем это адекватно. Мы выросли среди общества, где любые просьбы встречаются в штыки. Возможно, это характер, возможно, это само обстоятельство жизни. Особенно во времена карантина нам любые просьбы – это какой-то взрыв внутри нас. Но я прошу, чтобы вы понимали, Иешуа говорит: «Симон, Марина, Алена, Виталик, может быть, там еще другие, Галина, кто бы вы ни были, Бог говорит сегодня: у меня есть тебе что сказать». Должна быть пауза. Пауза, чтобы сказать ему в ответ: «Скажи, учитель, научи меня. Научи меня и просим, чтобы ты, Господь, делал эту работу». Мы сейчас будем переходить в студию и в служение, которое в прямом эфире уже идет, общины Бейт-Симха, Хмельницкий, это Проскуров, мой родной город. И я знаю, что эта община готова служить, будет служить каждому из нас, те, кто подключились уже в интернете, те, кто смотрит нас в Бог ТВ. И я прошу, чтобы Бог делал свою работу. И это очень хорошо. Я очень прошу, чтобы мы были внимательны. Внимательны для того, чтобы слышать, что Бог делает. Я замечал, что очень часто мне приходится людей упрашивать. Я упрашивать очень нужно. И сейчас у нас в прямом эфире как бы есть и служение, и у нас есть просьбы. Но людей нужно как бы напоминать им, что упрашивать друг друга к служению не стоит. Иешуа не упрашивал никого. Он говорил: возьми свой крест, следуй за мной, действуй, работай. Особенно интересно, люди себя ведут, когда их просишь помолиться. Помолиться в микрофон, в молитвенном служении, когда просишь их послужить в прославлении. Знаете, у Бога есть много вопросов к человеку, но Он хочет его внимания. Я думаю, что и размышлял, почему люди себя так ведут. Почему, когда им даешь просьбу помолиться, поговорить, участвовать, реагируют очень так неадекватно. Первая реакция – это «нет». «Нет, нет, я не могу» или «я не хочу». Я прошу, чтобы мы понимали, и, может, если мы уже заканчиваем, мы переходим в Хмельницкий и думаю, что это правильно. И когда я задумывался над вопросом, почему люди так реагируют, я сразу вспомнил ситуацию. Часто, когда люди приходили к нам домой, им предлагаешь кушать, хочешь покушать? И первая реакция – нет. И у нас говорят: ну нет, так нет, можешь идти дальше. И внутри, вот если бы еще раз спросили. Друзья, если вам просят однажды, и Бог обращается к вам однажды, лучше говорить ему «да». И сейчас мы говорим «да», Хмельницкий, и переходим в ихнюю студию.